Так, время Соника. Попробую я опять что-нибудь с ним сделать. Сейчас. Экспериментальный чат сейчас на экране. Посмотрим, надеюсь, будет нормально работать. Так, да, управление-то я не поменял. Все, теперь поехали. Буду вспоминать. You're too slow. Too easy. Piece of cake. Hey, we should do this again. Сейчас забыл громкость убавить, чуть не оглох. Привет, Тор. Еще раз. А, не очень. Если не сложно, Тор, отпишись, как, ну, как ты считаешь, вот чат тут, как он выглядит. Ну, как бы, мелковато, по-моему, мне кажется, или что. Может быть, что-то в нем лучше надо было сделать. Ну, короче, как он вообще смотрится, не смотрится. Сейчас. Подвинуть чайки. Привет, Снап. Окошек ты имеешь в виду рамочек? Ну, вообще-то, в настоящем, ну, в стандартном чате это он, они тоже есть, только там не так заметно, но оно есть тоже. Да что ж с ним делать-то? Смайлики почему-то разные по размеру, я что-то не понял даже почему. Странно. Да, сильно прям как бы раздражает. Мне просто что нравится, то что можно растянуть его во всю высоту экрана, а стандартно никак. Ну, я пока что-то не понял, как это сделать, честно скажу. Пусть пока так будет на этом стриме. Просто эта рамка, она сделана не специально, она как бы от естественных условий, так скажем. И я просто ее пока не смог убрать. А, зачем я подошел? Это же не очень. Ой. Что-то я тормознул, а он меня не убил. Да, четверти здоровья. Да-да-да, больше оно такое. То есть ты, получается, больше 2000, что ли, потратил на Соники? Ты же вроде говорил, дошел до него там вообще за копейки. А чё удаляю? Снап же говорил, что он не очень платформер.
Ты за меньше тысячи довел его до четверти. Я уже потратил больше 500. И у меня лучший результат это, наверное, 1/5. Лучший. Да и то там, 1/6 скорее. Да Тор, как удаляю? Че ты говоришь, какую-то ерунду? Да, что это? Привет! А, опять не могу это прочитать, подожди. Гоги Бест Е. Вот так, наверное. Привет. А каким образом я на следующем боссе это пойму? Во-первых, мне до следующего босса дойти надо. А во-вторых, мне после Марио следующий босс показался действительно легким, и что Марио значит самый сложный босс, что ли? Как, то есть как мне это дает понять следующий босс? Когда я всех увижу, тогда да, я смогу сказать. Да, вот это вообще не очень. Sometimes. You're too slow, too easy, piece of cake. Hey, we should do it.
Так, я вернулся. Немножко получается зациклить, так, не особо. Да куда ускочил-то? О. Прыжок. И труп. Меня гастер раздражает своим этим звуком. Если бы его не было, а так убрать хочется его из этого одного урона. Слушать этот звук постоянно. Да не, Снап, просто ты прав, что там бомбы-то, они в любом случае заставляют изменить траекторию. Ну не всегда меня там убивает первый полет. Да что я сделал-то? Рука дернулась немножко. Да куда ты опять убежал там? Подловил. Его на спидранах проходит. Так это двойной прыжок, Снап, нужен. Нет, это вообще непонятно, какой прыжок нужен. Я так не могу по такой траектории прыгать, ты чё? Так как я одинарным выскочу так далеко за край? И вообще, как я могу настолько наискосок? Да ты чё, он же не так летает. Ну вот смотри. Ну вот эта платформа, ну блин, она меньше, конечно, много. Ну то есть я же, когда приземляюсь, мне по-любому надо пройти по земле, я не могу... ну как бы, то есть все равно будет вот так пробегать, а не как в том знаке. Ну короче, ты имеешь в виду то, что нужно за края выпрыгивать, ты про это, а я прыгаю на месте. Hey,
подкасты, кстати, его добил. Ой, сбилась траектория, лол. Не знаю, пока я сомневаюсь, что я вообще его могу пройти. Возможно, у меня просто реакции не хватает. А если реакции не хватает, она же не появится из ниоткуда. На рандоме тут сомневаюсь, что можно. Потому что, ну, слишком надо сильно много моментов пройти. Нет, Тор, ну, один раз, да, а его нужно сколько раз, цикл сколько пройти? Да ты Марио вообще без молотков прошел, так нечестно. Да что это такое? Он тупо ко мне, короче, прилетел и все. Походу он сейчас опять убежит. А, не. Попал в фазу. Ну, Тор, кому как проще? Видишь, тебе проще молотки пережить два раза. Я просто прошел, как умел. Я просто прошел, потому что, блин, не знаю, надо было пройти, а я не умею. Но с Соником так не прокатит. Ну вот как, и что я сейчас неправильно делал? Не получается эта восьмерка. Не, косячно. Не, мне кажется, лучше я буду выживать так
на рандоме. Ну, не знаю, и на рандоме не катит, и вот эта восьмерка тоже не катит, не получается. И в итоге, как бы, никак не катит, и босса не убить, все, можно удалять больше. Вот такой, короче, вывод, походу. Ну вот что это? Если бы реакция была хорошая, я бы просто сейчас не прыгнул бы. Зачем я прыгнул прямо в него? Потому что реакции не хватило. Ну я заранее не знал, что он надо мной полетит. Сейчас немножко хватило. Я понял, что он надо мной полетит. Ну блин. Блин, чат читаю, и мне не... Ну блин, а что я с бомбами-то сделаю? Какая тут восьмерка? Не до восьмерки. Это что, сейчас восьмерка? В смысле, перелинейно пошел. А, этот Супер Соник. Там что, такая большая задержка, что ли? Или вы пишете с задержкой? Не, ну логика-то она в любом случае в коде есть, да? Но ее знать не положено. Он как-то предугадывает ходы. Я не знаю, как это точно реализовано. Ну... Или как, может быть он не предугадывает, а... Ну, логика-то может моментально срабатывать, он сразу видит, куда я иду, видимо. Ну, типа направление движения он же может вычислить. То есть, если я жму кнопку вправо, он может узнать через секунду, в какой точке я окажусь. И в ту точку может направлять Соника, в принципе, запросто. Поэтому, возможно, резкая смена движения даже пойдет на пользу, но тоже еще не факт, это так предположение. Резкая смена направления, я имею в виду вот это. Понятно. Да ладно, до второй фазы я так или иначе дохожу.
Ну да, он меняет траекторию, то ли там, где я сейчас нахожусь, но мне кажется нет, потому что не очень похоже. Мне кажется, все-таки он пытается вычислить наперед траекторию мою. Ну, да, ломало бы, но с одной стороны, но ты учитываешь, что эпилепсия на месте, она практически будет означать на месте, ну, ты будешь постоять на месте, координаты не будут сильно меняться, а следовательно, ты его как бы не особо запутаешь, но он будет думать, то ли ему лететь в точку, там, не знаю, 500, да, то ли в точку 501, для него это разница небольшая, у него хитбокс больше. Ах ты ж, сколько, 3, да, в бомбочке выжил? Ну так на большом отрезке уже это будет не особо эпилепсия, это будет уже просто ходьба. И в таком случае, как бы, ну, он успеет просто пролететь. Он же быстрый, он успеет просто прилететь, и для него это не будет эпилепсия, для него это будет просто, ну, как бы, каждый раз новое место лететь. Ну, в общем, по идее, да. Если там такая логика, то это должно помочь. Но это же не 100%, это лишь предположение. Но просто учитывая, что он настолько непредсказуем, видимо, это означает только одно. Для него предсказуемы мы. Ну, то есть игрок. По идее так, мне кажется. Но я сейчас попробую, вот тупо возьму на второй фазе, буду, скажем, на... Ой, не пострелял у него. На отрезке вот таком, скажем, буду ходить влево-вправо, посмотрим, достанет ли он меня. Но правда, когда будут бомбочки, там все равно придется уворачиваться. Ну, нет, сейчас не помогло. Ну, потому что, возможно, он так и так летел, как бы, через мою эту полоску, и, как бы, он бы задел меня там в любой точке, в левой или в правой. Да, конечно же, там может быть совмещена логика, то есть он... Плюс там могут даже добавить немножко рандомности, скажем... Вот предполагается лететь в ту точку, да? Плюс он еще смотрит постоянное изменение положения игрока. И кроме того, могут добавить немножко рандомности. Типа случайно сдвиг чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево. И все, и он становится полностью непредсказуемым. А, я 5 бомбочек выжил. Не, торчи-то не надо. Поставьте пошаговую боевку. А по Сонику нету РПГ никаких? А то по Марио вроде есть. You're too slow.
А, Тор, ну, я просто не знаю, я думал, ты предложишь квиксейв использовать. Тор, в любой игре можно использовать квиксейвы. По-моему, есть специальные программы для этого. Хитбокс отскакивает от опасных объектов. Лол. Таких спидранов смысла нету. То есть показать, за сколько можно пробежать игру с бессмертием. Ну и плюс скорострельность, да, свою показать опять у бессмертных боях. Ну, этих годмодовских. Если я Соника не осилю пройти, то попробую пройти игру на ЕЗ моде. Ну, потому что я не буду на Сонике сидеть вечно, да, это точно. Ах ты ж, ну, надо было подкат использовать. Да не, насчет липнет, ну просто бывает про игроки. Это норм. Вообще бывает такое, что иногда люди играют так, что кажется, что боты или читы. Но надо аккуратно тут выводы делать. Бывает, что просто настолько про, что не отвечаешь. Ну, а бывают читеры. Он завис. Блин, а почему я его не добил? Он завис и. Ладно, не важно. Ну ясно. Ну вообще тратить 2 года. Жизни изучая Боши, ну, это мастерство, это я не знаю, неужели больше нет смысла в жизни? Ну как-то, или даже игр других интересных. Что это такое, лол? Что делать-то надо? Блин, а как понять момент, что нужно прыгать? Как понять момент, что нужно прыгать? А, он там что-то, по-моему, говорил, да? Блин, я пропустил это. Что значит прошел? Я что, прошел босса или что?
Ну, я ему мало заспамил или нормально? Спам. Ой, снап, скажи. Ну, по сравнению с тем, хотя бы как ты именно спамил. Просто чтобы мне знать, может, я что-то не так делаю. Ну, короче, у меня осталось чуть больше половины, когда он вот это вот начал свою делать штуку. Ну, вот у меня, видимо, было удобно, да? Он у меня прям на уровне. Блин, то есть получается, он еще и там не всегда зависает, ну лол, вообще, ну мудрили. Блин. Куда он не добился-то, ну? Вот зачем я прыгнул? Ну, короче, мне еще тут попыток 20 тысяч, да, где-то надо сделать, чтобы так приблизиться к прохождению его, судя по всему. Одна бомбочка вообще куда-то рандомно улетела. Почему робот никому помогает? Что за подстава? Он что, продался роботнику? И вообще, что им больше плохого сделал? Две тысячи? Не, я не знаю, 2000 это много. Ну можно, да. Но только нужно в момент, по идее, запуска этой бомбочки находиться за платформой. Да что ж, подловил. Да зачем я прыгнул? Ну... Too easy, piece of cake.
Опять, по-моему, Гасли добил его. Ну, правда, я бы там и сам уже добил. Все равно, Гасли, но тема. Ну, только, блин, звук его немножко удручает. Да, как-то он траекторию совсем нехорошую выбрал. Ну смотри, Снап, я ему оставил, считай, что где-то 55%. Получается, что, в принципе, я мог бы добить, если бы это был изи. А, к тому же на изи этот спам-кнопка, так что на, когда он там крутится, я бы его точно бы добил. Да и вот в этой фазе хоть немножко бы, да я попадал бы. Я просто кнопку нажал бы или положил бы на нее вообще что-нибудь, предмет какой-нибудь, пусть бы спамило, стояло, лежало. Ну, короче, спамило бы. А так отвлекает все-таки на стрельбу, управление немножко теряется. Вообще интересно, хоть в него чуть-чуть попадаю, хоть иногда, мне это некогда за этим смотреть. Да, Снап, на изи спам-кнопка по умолчанию. Ну, не только по умолчанию, её даже вроде нельзя отключить. Буду говорить про то, что Тор думает, что все знают игру, если он играл. Еще 23 смерти осталось. Да, потому что я же все время от него убегаю, и в него поэтому пули вряд ли будут попадать. А, ну куда мне бомба зажала? Я не знал, что мне делать. Я же от него все время убегаю, понятно, что в него пули особо не попадают. Он практически всегда у меня со спины. Ну, конечно, бывает, пролетает тоже, но... Только как. Нет, ну специально я его с него стрелять точно не буду, да, в этой фазе. А случайно мне, ну, как бы я не разворачиваюсь к нему, когда он там где-то стоит. Ну, может бывать, ну, действительно случайно, но опять же, это вообще там
одна-две пульки, что ли, если попадет. Ну, может, они мне помогут, поэтому, в принципе, есть смысл стрелять. Но иногда это сбивает немного управление, поэтому тоже тут... Нельзя сказать то, что чтоб не стрелять. Все-таки, по крайней мере, у меня многозадачность не очень развита. Привет, Прил. Ну, у каждого разные навыки. У меня навыки в этой игре не очень. Совсем не очень. Тор, а не ты ли меня научил стрелять и прыгать, лол? Как это можно было спрогнозировать? Вот предыдущий прыжок, который я случайно перепрыгнул, он в совершенно непредсказуемую сторону полетел. Прил, вот к тебе вопрос, да, ты говоришь, можно спрогнозировать. Эту траекторию невозможно было спрогнозировать. То есть я смотрел внимательно, куда он разворачивается, куда начинает лететь, и потом хоп, траектория меняется прямо на ходу. Ну вот да, мне тоже тяжело это, когда стреляешь, управлять, ну как бы, все-таки немножко уже ослабевает внимание на ходьбу, хотя вроде бы не надо думать, что стрелять, но все равно же нужно же нажимать на кнопку, и как-то это тоже тратит ресурсы мозга. Ну ясно, ну в общем буду делать все как получается. Ну это я не знал, как это сказать. Что и это можно было предугадать. Он летел, я его должен был перепрыгнуть, но он внезапно начал лететь вверх. И что я должен был в прыжке отменить прыжок, который нельзя отменить в прыжке. Ну, короче, блин. А насчет соберись, осталось 3 смерти. На 9000 я иду есть.
Ну а как можно прыгать здесь не слишком рано? Ну, это... Все, 9000. Это было случайно. Это было случайно, но, однако, 9000 есть 9000. Ну, наконец-то, торт, не скажешь, что босс изи. Вот. Ну, соответственно, другой раз продолжу. Какого же там уже это? Третий или четвертый стрим по Сонику? Ну, ладно. Спасибо, что смотрели. Продолжим потом.